и возведи их на гору высоко единую, и преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы же его быша белы, яко свет, и сиявистося им Моисей и Илья с ним глаголюща, отвечав же Петр рече ко Иисусови: Господи, добро есть нам сде быти. Еще же ему глаголюще: се облак светил, осени их, и се глаз из облака глаголя: сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоговолих, того послушайте.